анонс и точная дата выхода 4 серии турецкого сериала «Идеальный арендатор». 4 серия сериала выйдет в эфир 20 сентября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Мона позвонила Лейле и сказала, что вынуждена переехать. Как только Мона покинула дом, то соседи собрали инструменты и отправились на крышу здания. Когда они принялись за работу, то никак не могли предвидеть того, что перед ними появится Мона. Мона решила серьезно поговорить со своими соседями, которые совсем не рады ее присутствию в этом доме. Она сказала, что может рассказать Якупу про его соседей, которые собирались украсть у него золото. Они сразу же стали просить ее не делать этого. Тогда Мона попросила рассказать всю правду. Якуб готов раскрыть Моне одну важную тайну, но при этом требует взамен и ей поведать свой секрет. Мона уверяет Якуба, что у нее нет никаких тайн. Но только он прекрасно знает, что у каждого человека есть какие-то секреты, которые они пытаются тщательно скрывать от остальных. Соседи очень переживают из-за того, что Мона все же решит открыть их дверь и раскрыть тайну. Мадам Вула поинтересовалась у Моны, знает ли она, как легче всего может умереть человек. Мона предположила, что это может случиться от ножа. Но мадам Вула считает, что легкой смертью является разочарование. Мону вызвали на допрос и хотят ей задать несколько вопросов по поводу убийства. Напомним, 4 серия сериала выйдет в эфир 20 сентября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.